Итак, стрим пошел. Во всяком случае, я на это надеюсь. Хотя на что я надеюсь? Кроме как на самого себя, не на кого. Что ж, учитывая то, что хак на 3-го мегавена прошелся на удивление быстро, даже на удивление, я решил, что нечего откладывать дело в долгий ящик, и банкет надо продолжать. Поэтому я решил расчехлить хак, который вышел совсем недавно. На первую часть. Я к этому делу обычно отношусь скептически, но когда я увидел, что там, и чутка побегал, я понял, это надо показывать. Конечно, это не unique harassment, но для первого мегамена весьма достойно. Надеюсь, подвоха не будет. Какого-нибудь. Привет, Амкол, привет, Венарлин. Так, а хак этот зовется... Мегамен Нью Лэндс. Чё в нём такого особенного? Ну как вам выбор боссов? Начнём уже с этого. Поскольку я тестировал на Хантмэне, то с него и начну. И сразу Музон. Ничего не напоминает? Это Adventure Island 2. Пляж. И взгляните на рисовку-то. Это скорее отдает чем-то Мегамен Perfect Blue. Ну да, вы уже заметили, как Мегамен тут может пули нахерачить. Да, у Мегамена дефолтная скорострельность очень высокая. А, да, я забыл, что это первая часть, поэтому... Поэтому не надо так идти напролом. Привет, ты. Вирус. О, а тут еще блайнд оказывается в конфе. Я просто не обращаю внимания, а вы пока не пишете. Да, мега-мужчина в самом расцвете сил. Но, по мне, очень красивый спрайт. Все живые. Класс, подловили. Рярити, ну да, там было просто уничтожение. Сразу говорю, мне просто после Дискорда сложно перепривыкать обратно чуть не к механике первой части. Тем более я ее все-таки недолюбливаю.
некоторые моменты. Например, абсолютно не сомневаюсь, что Шипублик ваншотит сразу. Разумеется, это тоже NES. Это хак на первую часть, вышедший несколько дней назад. Блин, ненавижу, когда вот так вот подстреливаю. Вот это место мне уже не нравится. Как тут урон не получить? Или таймер нужен очень жесткий? Ну это, разумеется, применение турбокнопки. Да, тут, видимо, на пролом надо. Чё вы хотите? Первый Мегамен! Пойду сюда. Ух-ё! Если я не ошибся, это Магнит Бим! Надо же, вот так вот в открытом доступе! Это было глупо. Да, ты только что это пропустил! Полтора часа без напряга в перемес. Может, хватит уже? Блин. Турбокнопку я тут буду использовать почаще. Но я не могу не отметить, что нарисовано очень красиво. Ну, насчет прокачанного турбопальца ты не совсем не прав, Клайн. У меня теперь механическая клава. Набивать на механике по мне так проще. Да я видел, возможно, случайно в нужный уровень тупо попал.
И вот он урок по его применению. Видимо, тут специально его дали, чтобы сразу обучиться им пользоваться. А я-то откуда знаю? Я только начал. Но я думал, багованный лет мы еще увидим. Да даже... Блади Б-720. Так, это похоже местный карт. Я думал, что я нажал. Это было глупо. Вот это было глупо. Тут мой косяк. Я даже не понял, что поначалу что произошло. Понятно. Я еще не привык к нему. У меня клава только в пятницу появилась. Нашел. Нашел, как его бить. Нет, у меня прорезиненный только ВАСД. Привет, Секс. Ну, куда теперь? Старая процедура выбора босса. Говнимен, значит, кейв. Первый за кейв. Кто-нибудь еще пока будет, я пока подожду. Блайнду пофигу. По часовой, значит, тоже кейв. Ну. Ну, судя по всему, это переделанный Гатсман. Привет, Алха. А, жизни у меня среди всех нету. Знаете, в следующий раз эту секцию тупо пропущу.
Это вина Орлина, благодари, он мне свою старую подарил. Ну да, я рад на самом деле, мне клавиатура нравится. Единственная неприятная деталь. Если не туда нажать, может ударить током. Я же, в принципе, знаю, почему это, поэтому... Шутка про звонок 220 вольт все еще актуальная, уха, да? Давайте проверим. Нет, здесь ничего нет. Да я проверил корпус, вроде ничего. Это должно от корпуса идти. Ну это я виноват. А, у меня все равно жизни не было. Тогда мы и поняли. Такой чувствительности клавы все еще местами надо привыкать. Потому что на мембраннике бы такое нажатие бы ни к чему не привело. Но ведь... Но это издержки, дело привычки, полагаю. Отличный отклик, но требуется нажать сильнее, чтобы... О, кстати, очень серьезная вещь, которую я сейчас отмечу точно. Вы заметили, что меня не отбрасывает при ранении? Да мне даже просто пальцем проверять не обязательно было. Вай-вай ворлд, говоришь, Амко? Окей. А, из-за удаленной верхней крышки может быть такое. Ну да, вообще да. Я не хочу рисковать. Ты ж предлагаешь как... Ну, землю не получится, у меня деревянный стол, но предлагаешь просто что-то электроизолирующее. Лол, очень смешно. Надо с самого края.
ну да, здесь же меня не отбрасывает. Я забыл нас. Прочистите с клавиатуры. Я говорю, к таким моментам мне еще придется привыкать. Высоко. Это было быстро. Найти до нижней поддоны не так быстро. Можно вот так вот. Я такими вещами практически никогда не занимался, для меня это в новинку будет трудновато. Блин, ладно. Раз у меня два слива будет трясти. Правда, тут еще блайн такая весьма специфичная проблема, чисто меня касающаяся. Я об этом знаю, у меня очень сильно потеют руки, и поэтому меня может шарахнуть током там, где обычных людей не бьет. Это одна из причин, почему меня старались лишний раз к технике в меди не допускать. Поэтому меня только может бить еще и по этой причине. Слишком влажные руки. Только сейчас у меня просто пот стекает. Блин, хорошо, что тебя не отбрасывает при падении. Я говорю, блин, тот, кто это сделал, тому огромное спасибо. То есть ты всегда прыгнешь туда, куда захочешь. Чего? С собой так... ошибок в таком количестве. Нетипично это. А лазер, видать, багованный. Что за цирк? Все же нормально было поначалу, а сейчас пошло. Что за проклятие, а? Ну ладно. Просто надо... Ну это я тоже не совсем понимаю, как мне на корпус 120 вольт подать, не спалив ничего. Thank you.
Это уже токсический конт, просто потому что меня это достало. Давненько не играл именно в первую часть. Я точно знаю, что я нажал в нужный тайминг. Вот теперь я точно знаю, что я это сделал. Вот здесь я правда не понимаю. Правда. Вот это у нее отличный, но ход клавы я не учитываю зачастую. А он тут тяжелее. Поэтому. Я говорю, вот так подобный момент мне еще привыкает. Я железно уверен, что происходящее меньше жизни. Офигеть, как отравить. Прикольное оружие, я бы сказал бы. Это что, типа... жалко, что он только вперед стреляет. Тоже не понимаю. Короче, странное оружие. На мой взгляд, очень странное. Привет, Red Phoenix Pub. Согласен, лазер тут багованный. Базару нет. Еще магнит в оригинале. То есть он после каждого выстрела разворачивается. Понятно. Веселое место. Если после этого босс, то, ребята, нет, все-таки не босс. Я, значит, с этого места не начинал. Вот это место меня больше всего бесит. Вот это место, блин. Вот этот прыжок меня напрягает больше всего. Попробую без лучей-то пропрыгнуть. Не получается. Тогда я ж лучше буду с лазерами проходить. Получается, раз он сейчас таймит, поэтому... Магнит Бима вперед. Мне это... Не зря мне это место не нравилось.
Да, игра тормозит, это факт. Я это отмечал еще, когда тестировал. Видимо, это не смогли исправить. Тут все-таки больше упор на арт-дизайн, и он тут не смогли. А тут магнит. Поздно прыгну. Блин. Ну вы и натыкали, называется. Че, тут опять плюнуть и магнит бьем проходить? Ребята, с какой статьи с ним соскакивать? Да, луч багованный, тут ничего не поделаешь. Проблемы. Родом из первой. Классическая Мегамена. Я хоть хочу дальше этого места пройти с платформами. И подальше. Эх! Вот как надо было делать, но... Я назад... Застрял! Застрял! Надеюсь, больше такого платформинга на уровне робот-мастеров не будет. Я еще забыл, что есть уровень Сайсмана на его ЕКУ-блоками. Я говорю, я от хака первого Мегамена чего-то подобного ждал. Что у меня будут такие проблемы. Потому что при всех улучшениях некоторые системообразующие моменты первой части, которые мне никогда не нравились, они тут сохранены. Когда я говорю о том, что хаки сложнее оригиналов, я имею в виду вот именно вот такие вещи.
Ну конечно, это же первый Мегамен. Нету периода уязвимости от шипов. Откуда знаю? Не, проще забить, реально. Еще одна секция, которая, на которую я хочу забить и проходить магнит. Тут уже с досады. Просто это... Просто я тут могу. Просто реально, я хочу забить. Особенно с учетом физики первой части. Со второй, ладно, получил урон, иди дальше. Но проходить это честно я не очень. Ну как, кстати, тебе местная рисовка? А мне так Perfect Blue напоминает. То я, кстати, считаю плюс. Если что, к самому хаку я не пока не предъявляю претензий таких уж я. Класс! Конечно, это было место перед самым моей комнатой. Проблем с уровнем, а какой лох босс? На Сиге Гейм Гир напоминает Мегамен, на Сиге Гейм Гир делал самого больше цветов, но не знаем, как их выбрать. Куда дальше?
Ну ладно, если выбирать никто не собирается. Пойду. А, ну, наш выбор совпал. Значит, активация только когда мы в первый раз на это попадаем. Понятно, как это работает. Довольно ебанутая система активации. А их можно уничтожить такие. Но это много упрощает, я бы сказал. Я прыгнул в воду. Видимо, это и не вода вообще. А, вот. Значит, эти карты вообще по-другому работают. Я должен не стрелять начну. Да, 50. Похоже, эти штуковины наводятся на меня. Ну иди в пропасть. Больше. Шипов напихали! От души прям! А, враги есть или мы просто идем к боссу? Ну и кто? Ну, здешний айсман больше Тумбромена напоминает, я бы сказал. Постоянно идет на меня. Блин, чуть-чуть. Но босс на самом деле не трудный, меня нервы подвели. Короче, с конта пройдем. Тут для меня уровни куда больше проблем будут доставлять, чем боссы. Правда, мы до желтого дьявола не добрались, я не знаю, что из них, что тут из дьявола сделали. И
вот как это мир, вот как вот этот момент с падением проходить, не получив урон, это хорошее. Как конкретно здесь не получать урон, если... Потому что слишком узкое окно. Какая за идея, подсмотрели, да? Так, о, мне нужен магнит бинт срочно. Потому что жизнь... У меня магнит бинт есть, он не в самом начале. Но в прошлом уровне пройти, конечно, было без палки можно, но там тайминги очень жесткие. Я, поняв это, и попробовал несколько раз, я забил. Вот правда, жесткий тайминг. Ой, блин, выползли. Чёрт! Вот это было обидно. Беру и соскакиваю местами в пропасть. Повторюсь, пока я списываю на то, что я еще не освоился с клавиатурой до конца. Даже к крутой вещи нужно привыкать. Реально, вот, вот такие вещи меня раздражают. Чего я все время делаю позже, чем надо? Видимо, я слишком хочу затянуть прыжок, и вместо этого я постоянно меня все вот, издержки первого мегамена в положительную сторону, это постоянный рез предметов. Что за проблемы с нервной системой-то, а? Типа называется не... Не разобьешься об каждый шип и не пройдешь, да? Это просто уже не смешно.
даже шипы, в общем-то, не тяжелые. Жизни нет вообще из-за того, что я натворил. Придется Айсмана так валить. Ладно, попробуем. То есть у него снаряды сначала медленные, но чем больше ты наносишь ему урона, тем быстрее они становятся. Босс все-таки с подвохом. Хватит получать урона в просто у меня же жизни не осталось. Ну ладно, хоть так. Просто в отношении у меня, я объясню, почему я бью током. Я иногда касаюсь просто же оголенных железных частей клавиатуры. Это ведь голый скелет, и вот от него меня и шарах. Я просто бью теперь гораздо аккуратнее. Сейчас все прошло нормально. И босс, по идее, вот сейчас должен быть уничтожен. Потому что все сделал правильно. Что-то у меня очень сильные пропуски кадров. По каким-то причинам. Thank you.
Лови, тварь. А может проще резину положить под клавиатуру, резиновый коврик? Я сюда не хотел. Я не хотел еще раз сюда. Тогда мне нужно побыстрее сдохнуть. Привет, снайп. Громче? Да вроде бы люди не жаловались. Сразу говорю, я случайно сюда пришел. Сделать себя чуть громче, я в принципе могу. Фильтры. Усиление. Вот так. 15. Если под ноги, то проще резиновые тапочки использовать. Теперь надо до земли, это жестоко. Короче, мы сливаем здесь две жизни и идем на другой уровень уже с контом. Это да, я согласен. На всякий случай я в другой USB-шник воткнул на случай, если с ним какие-то проблемы. Сейчас вроде бы как. Динамен. Где-то мы это слышали. Это что, так ремейкнули Дастмана из четвертого Мегамана? Надо делать. Ребят, у меня вопрос. Вот сейчас я хочу задать ребятам вам хороший вопрос. Фига себе, с какой скоростью он падает. Вы это видели? Он просто телепортируется, словно вниз, если просто сходит.
Я бы сказал, скажем так, так быстро, непривычно, что Мегамайн падает настолько быстро. Это мне конец. Но меня, повторюсь, меня напрягает то, что мне нужно делать очень много. Пиксельных прыжков. Не, вот тут кажется, для меня кажется, как... вот тут кажется жестковатым маус. Вот! Моментальная телепортация, вы сами видите вниз. Прикол! Да нет, не прикол. Я думал, неужели мы ставим жизнь резкиться? Да нет. Хаки нормальными бывают. Бояж, например. Это для людей делалось. Это по мне, это даже не хак, а скорее фанатская игра. Минус Инфинити это все-таки не совсем. Он круто сделан, но не... но обычного человека сложности будет дофига. Я мог... Юник Харасмент, например, такой же, как Минус Инфинити. А Вояж это вообще для всех. Тебе просто не нравится, что... Вояж сделан в точности со сложностью оригинального Мегамена. Суцеп. А если вам так нравятся боссы, я говорю, есть Юник Харасмент. В котором офигенный босс. Только для меня там это перебил. Ну да, и лицей. Тоже хороший пример. Я все равно вот этот момент с быстрой телепортацией вниз, он все равно напрягает. Я за этой жизни без магнитрима не полезу. Грамоты... То, что ты понимаешь там под нормальным дизайном, я считаю, что... Это перебор. Если это те хаки, которых я думаю.
Блин! Вот это вот мгновенное падение, это просто... Просто нечто. Эту вещь, я повторюсь, меня пока в этом хаке бесит в первую очередь именно это. Значит, тут таким способом не пройдешь. Не дурак. Платформер в каком смысле? А я их пока здесь не видел. А, тут вот какой размер. Летающие, если ты о том, что происходило на них, то я считаю, что нет. Я с них постоянно падаю камни. Что-то хорошее. Когда тут говорили про спавнящиеся поверапы, тут имели в виду еще и жизнь. А, С это етанг узаконенный. Прикольно. Короче, Цешка это оружие, которое тебя лечит. В этой игре это есть узаконенный саптанк. А это? А чуть-чуть не. Но я хотя бы узнал, что это дает, так что. Это из тех случаев, когда мы проверяем, что делает оружие. Бомбила! Себе разброс у него взрывчатки. То, что меня целит, это пол беды, повторюсь. Ну,
Рядом, а там он прыгает при таком сплэше. Я сейф-спота-то от этой атаки толком не вижу на ближней дистанции. Он шараш... Дальность тут взрыва, ого-го, какая! Я правду говорю, что он... Хитбоксы гигантские! Хрен ты тут увернешься от них. А, я думал, уже самоубиваться придется. Ну раз дополнительную жизнь дают, Нет, для меня это просто дичь, а не босс. От которого нормально можно вернуться, только если ты не стоишь, находишься ниже него. Вообще, да, я, это ниндзя гайден, но я не помню какой. Тауэр! Мы можем он не нравится. Я понял, в чем его фишка, и она мне не нравится. Thank you.
А, все равно касание засчитывают. Значит, надо только старым методом и сразу отпрыгнуть. Все понятно. Я надеялся, что можно касаться. Очень надеялся. Ну, уровень, кстати, тут на удивление простой. Я чувствую, что зато босс. Понятно. Как только его пуля достигает моя пуля достигает цели, босс под тобой спаунит огонек. Я же сказал мерзко. Прыгать просто здесь нужно в последний момент. Нет, все-таки другой алгоритм. Другой, чем я думал. Я думал, под пулями он оказывается подо мной. Насчет мест... Это здешний фаермен, я скажу. Он просто тупо стоит на месте и стреляет. А местного Эликмана я как раз еще не видел. Хотя это мне не мешает сталкиваться с проблемами с этим боссом. Здесь он не бегает вообще. Я о том, он просто стоит и стреляет.
Я... То есть он здесь тупо стоит на месте и спаунит тебя огнем с места. Что бы ты ни делал, он открывает огнем. Тот же Гатсмен стал гораздо тупее. Тут я мог бы и не пытаться, я бы все равно до босса не дошел. Меня злит, я ее буду убивать специально. Предлагаешь просто поуворачиваться. Ко мне! По мне я увидел то, что и знал раньше. Вот да, я вот как раз это и увидел. То есть это подозрение возникло и раньше, а сейчас я в этом только убедился. Нужно стрелять именно перед его выстрелом. Да, совершенно верно. Теперь вопрос, лишь поймать тайм. Сделать это раньше, он выстрелит дважды. Эх, надо просто дальше находиться. Я все ради забавы кое-что проверю. Я знал, что это сработает. Можно я наберу бесконечные жизни? Пожалуйста. Мне эта мысль была и раньше. Не, ребята, демократы на этот раз... Надо просто отойти подальше. Где что у меня есть? Пойду жизни просто понабираю. Просто обычно мне не дают их так легко фармить. Так будет легче просто босса тренировать.
Это еще один глюк из первого Мегамена. Просто воспользоваться им вот так вот в явную до этого момента было невозможно. А тут прям в лоб тебе дают жизнь. Теперь узнаю, какой тут максимум. Можно больше 9? Можно! Давайте узнаем, насколько больше можно. Предполагаю, что лимит будет 16. Привет, Амаш. Это за игра... Это новый хак, который вышел всего несколько дней назад. Так, на первую. Прошу, я просто не хочу перепроходить уровень потом кучу раз. Думал, хватит. Пошли. Чего этого мне хватит? Конечно, нельзя. Тут, блин, шипы ваншотают сразу без периода неуязвимости. Это ж первый Мегамен. Зато здесь есть саптанк. Если уж совсем прижмет, я всегда могу использовать на босса банку, которая в этом хаке есть. И зовется она спецоружие с Гатсманом. В данном случае противоречия нет. Это и есть спецоружие, которое тебя лечит. Ладно, пофиг. Меня напрягает. Нервы.
Надо сжать точно в нужный момент. А я пытался экспериментировать. Здесь это не работает. Тайминг нужен очень точно. Какой пятый? Надо в момент его выстрела, тогда будет два. Все, абьюз. То есть стрелять нужно в момент, когда его пуля летит. Тогда он не будет делать лишнего выстрела. Не заранее, а именно после. В момент полета снаряда, тогда можно. Хотел побыстрее закончить. Моя ошибка, просто думал, что я его сейчас добью с пары ударов. Увы! Лучше было сохранять последовательность. Там же нужно делать 28 раз подряд. Я название этой игры даже не слышал. Так что я не могу судить, что это такое. Один раз стреляй через какое-то время, и каждый выстрел провоцирует тебя на его новую атаку. Все понятно. Идеальный вариант — это вот так вот прыгать туда-сюда и не пытаться заниматься самодеятельностью. Но, блин, как же это долго снимать ему по одному ХП? Честно, остался Тундрамен. Точнее, Тандмен. Новая суперспособность, так. Во! Да это бомба. То, что я не засветил, это саптанк. У меня просто полная хп.
Краб сам написал, что он стремился поднять динамику первой части, считая ее слишком медлительной. Так прикольный спрайт у Снэйки Роджо. Может, это просто ограничение движка первого Мегамена, типа, не позволили? Тормоз! Ёп! Блин! Ограничение движка первого Мегамена. Невозможно сделать сверх... Я имел в виду сделать именно сверхзвукового Мегамена. Возникли какие-нибудь баги или еще чего-нибудь. К тому же первый Мегамен хакают не так уж часто. Привет, Хайляка. Ну, нафармим ХП, раз игра это позволяет. Вот эти шипы, охренеть как радует. Хорошо хоть с них просто сойти. Спасибо, я пойду. А, значит, это ты рань. Конечно, жизни я дофига на фарме. Опять вы мне сойти предлагаете? Опять шипы! Обманули, обманули дурака на 4 пятака! Нервы. Просто заставляет весьма серьезно рисковать в целом для точного исполнения. Задумки хорошие местами. Вообще, кто крест, мне просто хочется сказать, ребята, чокнули, что ли? А какой толк от Genshin Impact? Это же просто... Да, это крутая игра, но это чертова Зельда. Breath of the Wild.
Блин. Я только не знал, что не убил. Хорошо, хоть не отбрасывает. Сейчас будет старый добрый подъем с лазерами. Угадал. Блин. Ну что тут будет делать, телекмен? Мне надо было прыгать на две выше. Но алгоритм, вы, думаю, увидели, как этого босса бить. Рано. Ладно, второй раз не стрелять. Тогда норм. Но со второй выстрел, если он прошел мимо, он идет в тебя, и это неправильно. А вот здесь наоборот, не турбо-кнопку. А стреляем по одной пуле, но суть та же. Можно, но я просто еще не понял как. Из-за арены босс с ума знатно сходил. Замок Вайли.
Как говорится, дробовичок внушает уважение. Я серьезно говорю, по-моему, это оверпаверит. Я точно эту музыку слышал. Где же? Ну да, чего, конечно. Так, сейчас вспомнил. А где это было? Это шакал. По-моему, последний уровень. Ух ты, а эта штука сама наводится на врага. Интересно только как. Надо же, меня отреспаунили сразу тут. Спасибо, о боги! Ай, я слишком высоко прыгнул. Сколько у меня жизни еще? 5. Вот, слабость есть. Может, классический мегамен. Просто пока до замка очередь еще не дошла. Я думаю, на замковых боссов, если застряну, слабости применяться будут. Я забыл про эту мерзкую деталь. Это единственный мегамен, в котором шипы убивают тебя сразу, без периода неуязвимости. Я про это забываю постоянно. Что-то много оружия надавали. Посмотрим. Мила! Невидимый дьявол! Которого по определению нельзя достать бастером. Это можно сделать только слабостями. Короче, дефолт лес. Я думаю, что никак. Никак. Он атакует сверху. Тогда вопрос, какое оружие бьет вверх? Нет, здесь не достанем. Нет, тут все не так плохо будет, Алхан. Не все так плохо. Этим не достанешь.
Ну, видимо, да, потому что сейчас... Вот видишь, тут всегда оружие тебе дают. Так что здесь разрабы не дураки. Да, только огнём. Опять опоздал. Gears Tactics был вчера. Паттерн вроде старый. А, тут вот как сделали, то есть тут можно в самый край зажиматься. Я думал, из-за того, что дьявол невидимый, нельзя так делать. Но можно. Видишь, дьявола нет, а он есть. Спида! Так, если это Катман, не то. Ага, прикол. Юмор оценен. Похоже, слабость это бомба. А тут кто? А электро, тут хуже. Это было, значит, проверяем. Нет, бить своим же оружием нельзя.
Так, это уже веселее. Ребят, вы прикалываетесь сейчас? Вы издеваетесь? Да не, повторы были на самом деле. Еще, например, был повтор дабл этого джампера. И BCXIS тоже по два раза. Я думал, как в оригинале. Босс убит, ты с ним больше не связываешься. Airsliding Brick любит, ты перепутал. Airsliding, именно, я стримил лишь однажды. Я как раз дабл джампер несколько раз стримил. Понимаешь, Airsliding стримил Брик. Два раза, но не я, я только один. Тут была небольшая путаница. А остальные хаки я не повторял. Босса первого прошел, ну да, по щам он мне настучал. Полтора часа на нем сидел. Да тут прокол был в том, что я взял абсолютно не того четвертого солдата, из-за которого я знатно страдал в процессе боя. Хотя не сказать, что мне в итоге не пригодился, но... Так, тут, видимо, нужно только с движением назад что-то делать. Знаете, учитывая обстоятельства, я сделал полный ресет. Раз не даете чекпоинт. Мне лень оружие на вас тратить. Раби-риби будет на в будний день. Конкретно в этой ситуации мне жизни бы не помогли вообще. Ты либо проходишь это сразу, либо у тебя большие проблемы. Но и здесь они бы не помогли. Так, понятно. Я вот только боюсь, что... А ты уверен, что догмат это не дропнет? По итогу-то.
скажу честно, а я бы дропнул бы это всерьез бы или нет? Такой вопрос ради интереса. Попался. Рестарт. Извините, меня это не устраивает. Ну, я-то из робота... Ну, два баталкида. Честно говоря, в Гайя не играл. Собственно, все. К тому же на нормалец. Долго, просто потому, что я прекрасно понимаю такую вещь. Что у меня, грубо говоря, на прохождение босса будет только одна попытка на эти сражи. У меня тупо закончится спецоружие. Раньше. Скорее, у меня случайно получилось, но нечестно. Не нравится мне это. Я бы клялся на что угодно, что тут лазеры. Понимаешь, если ты был... Нервы.
Спасибо, о боги! Тут жизни бесконечны. Разраб не садист. Я хотел жизнь эту взять, но... Чёрт! Нет, вот за бесконечную жизнь здесь спасибо. Очевидно, моя мысль с постоянными рестартами была правильной. Пять нервишки пошаливают, ну чё коломане? Пять высоко. Шипы куда еще? Снайпес. Так-то я думаю, на самом деле никуда. Ну, это иллюстрация просто. Но и радует то, что благодаря тому, что разраб здесь поставил жизнь, вот этот из платформинг, он не бесит. Потому что отношение к нему очень-то становится, как и в ОБТГ-играм. Пытайся бесконечно. Я опять прыгнул раньше времени. Что такое? Наело уже. Слишком слабо. Тут проходы просто капец какие узкие. Но повторюсь. Ты имеешь в виду на Кайзагонг, что ли? Кстати, да. Сильно... Я согласен, тут уровень Кайза на минималках. Опять поздно. Хочу выцелить момент, вместо этого постоянно торможу. Ладно, прошли. А сюда было не обязательно прыгать. Только экстра лайф. Потому что я бы мог бы... Двойник? Конечно. Ну и посмотрим, насколько тут двойника сделали. Thank you.
Практически в цикл получилось загнать, я сбил тайминг. Но думаю, тактику вы увидели. Я сейчас сдвинусь и сдохну, да? Шипы не настоящие, слава богу. На случай, если ты не взял это раньше. Я бы честно ждал, что некоторые шипы будут настоящими, и смотрел на низ. Думал, где крест, там настоящие. Но тут, видимо, фальшивые все. А я думал, сюда идти надо. Видимо, не надо. Кстати, да, согласен. Но я сразу скажу, вот тут дыра. Знаете, почему-то я был уверен, что на самом деле некоторые шипы настоящие. Не знаю, почему... Да, здесь дефолт намного быстрее. Тут, по-моему, аж до 5 можно. Будет весело, если мне потом надо будет обратный путь с активированными шипами делать. Знаешь, я почему-то начинаю думать, что так оно и есть.
Чё-то я не понял. Так, кажется, начал понимать, в чем тут прикол. ЛХ, я сейчас думаю, что это лабиринт. Да, ОМОН подтвердил мою версию, что это лабиринт. Потому что у меня эта версия возникла после 4-го зацикливания. Чё тут не так? А я уже уверен в этом. Сейчас пройду для интереса на пролом. Что это? А патроны менять будешь? Почти! У меня тоже такое мнение, ЛХ. Я прям ждал, что он начнет по вертикали двигаться. А так перемен.
Видимо, тут задумано с магнит-бином проходить это место. Ауч. Ну, кстати, хорошие загадки с магнитбилом. Неправильно. Эх. Нет, кстати, вот я считаю, что в данном случае вот эта задачка с лазерным лучом. Мне нравится. Никаких претензий. О-моё! Ауч! Я не игр... Я даже название этой игры не знал. Что это такое? Может, если ты скидывал, то я это пропустил. Нет, слишком низко запущено. Не нормально так? Окей. Понял. Принял обработку. А тут почему-то мне кажется, что так и было задумано. Сейчас Йошичи в конце давай. Я сам по большей части оплошаю.
Вперед. Сука, блин. Как хочешь сказать знаменитой русской фразой? Блин. Я лучше с конта начну. Если никто не возражает. Конкретность. Снова. Объясняю. Здесь будут рефайты, потом вайли. По этой причине, если я умру сейчас, мне нет смысла продолжать. Мне нет жизни. Мне нужны все возможные жизни. Да, на первом экране сейва. То есть я это делаю чисто из прагматических соображений. Понимая, что я ничего не теряю. А мне нужно сберечь все жизни. А, в клипе Ха, где чекпоинт ведет ошибку. О, да, я помню, есть такие приколы. Исчез последний момент. Но здесь ничего страшного. Потому что я жизнь уже взял. И она респаунится, поэтому... На это пофиг. Здесь нет такого трюка. Перебор слабостей. По порядку. Не годится. Не то. Не то.
электро. Оно. Ну, пира простой. А, это же лечилка, я по ошибке не доиспользовал. Это слабость. Ну, вообще сгодится. Отсюда. Так, С. Мне вот что. Не очень-то это подходит. Этот босс не очень-то подходит. Слабость его не очень подходит для постоянного применения. Ну, это, разумеется, не работает. Не работает. Гляньте, какой разброс у него этих взрывов. Жесть. Вот это жесть. Это мы еще валиком не видели. Тут как... Тут аналогия с первым Мегаменом очень очевидна. Пока я наизусть не буду знать слабости всех боссов, я давай или даже не дойду. С какой стати? Причем слабость на одного из боссов жуткая. Там реально дефолт. Ну, сейчас попробую еще поэкспериментировать.
Так, ладно. А вот это уже нет. Именно на это. Игра, ты чё? Я не жал в кнопку вперед. Почему ты пошел после взятия поверапа на шипы? Я, конечно, жизнь уже взял, поэтому пофиг. Просто перепроходите назад. Не годится. Тоже не годится. Опять плохо. Высоко. Уже начинаю. Потому что задолбованы мне эти части, честно говоря. Пора мочить. Да, это слабость, безусловно, но она крайне неудобна. А на тебя что? Не то. Айсман снова не то. Понятно, логично. Так, что на тебя? Это его оружие. Не то. Снова не то.
Лучше я... Пока вот. Лучше я использую Е-танк сейчас. Мне все равно его заполнить дадут. Я был прав. Короче, фармим Е-танк и пока перебираем слабости. Да тут, по-моему, тут все хорошо. Тут, по-моему, нет такого понятия, как слабость. Все спецоружие отлично работает. Просто попади в него чем-нибудь. Достанется всем. Но бомбы работают лучше всего. Конечно, была, но... По-моему, хак пройден. Пожалуй, это лучшее из того, что я видел на первого Мегамена. Правда лучшее. Нету откровенно идиотских моментов, как в оригинале. Многие вещи сделаны действительно для людей. Во-первых, себя заткнуть ты уже не сможешь. Босс, ну, возможно, боссы хуже, но в целом эта игра более дружелюбна, чем оригинал. Хотя, конечно, дьявол меня не порадовал, которого можно бить только слабостями. Задумки на уровнях неплохие. Мне, например, некоторые понравились. Это действительно, ну, удивление хороший факт. Не шедевр, но от первого Мегамена ждать чего-то шикарное было бы глупо. Это хорошая игра. В целом, можно пробовать. Я не разочарован. Хотя платформинг местами может вывести.
я с него бесился. Правда, эта проблема решается тем, что магнит бим дают чуть ли не в открытую. Что решение абсолютно верно. Магнит дают в трубе на случай, если ты его не взял на уровне. Правда, он на уровне лежит так, что не взять его достаточно трудно. То есть... В общем, спасибо, что вы смотрели итоговые эти два стрима. Второй хак за сегодня пройден. Я доволен. С вами был Раевский. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч.